Ну что, плов у нас готовится. А я хочу тем временем посолить сало. Это моя сестра живет за городом. И она мне передавала сало. Лежала на мне в морозилке. Теперь я им хочу посолить и показать им, поделиться своим рецептом. Способов засолки очень много. Но это один из таких более простых, более старых, не современных. Сало у меня бальмотое. Солитое. Лежало в морозильнике, завернутое в пленке. Вот и все. Идет. Ничего страшного, я его так и посолю. Так. Значит, что я выберу емкость. На одной емкости ложим соль 3 столовых ложки. 3 столовые ложки соли сюда положили. Так, ага, Лина пришла. Так, укладываем сюда. И солим, не боимся, просолим со всех сторон, высыпаем солью наш кусок сала этот. Со всех сторон. Сало возьмет, если кто не знает, столько, сколько ему нужно. Поэтому кусок я подрезать не буду. Угу. И просаливаем. Хорошенько. Алина телевизор выключила, да, звук? Я всегда забываю звук, мне он не мешает. Все. Посолили вот таким образом. Линочка, подай мне пленку и ножик, пожалуйста, маленький. Пищевую пленку? Да, да, пищевую пленку. Сейчас. Все, обильно просолили. На дне у нас соль лежит. Все, до завтра он у меня полежит. Просоленный оттает. Может, к вечеру я это сделаю. Я еще его разрежу. Сейчас я не стала ждать, пока он разморозится. Время у меня есть, я воспользовалась. Разрежу вот так на 4 части. Еще там просолю. 2-3 дня сало будет лежать в соли. Не бойтесь соли. Тут меры я никакой не говорю вам порции. Затем мы соль эту в холодно-кипяченой водичке смоем. И покроем, намажем уже смесью перца и чеснока и лаврушечки. Все. Завернем опять же эти кусочки порционные в пленку пищевую. Оставим кусочек кушать в холодильнике, остальное в морозилку уберем. Понадобится, с морозилки достаем. Леночка, ты мне пищевую пленку даешь? Давай. Все понятно, да? 2-3 дня оно будет просаливаться. Я его разморожу, когда я еще его порежу. Ножичек, пожалуйста, еще. Ножичек. Пока ты не ушла. Спасибо, Рахмет. Так, вот. Я его закрою пленочкой вот таким образом. И поставлю. Ни в холод не надо. Его никуда убирать. Особо в холод не надо. Можно на подоконник, если у вас есть время. Но я на подоконнике не буду ставить. Сейчас надо место куда поставить. Все. Кидаем еще. Все, сало наше солится. Через 3 дня, или когда буду разрезать, еще покажу. Ну вот сало наше 2,5 суток просолился. Я, как вам говорила, его разрезала на 4 части. Просолила разрезы, места разреза. Постояла на меня, видно, что оно просолилось. Мясная часть есть, немножко потемнела. Сало соленое. Промыла я его водой проточной. Подготовила смесь, головку чеснока почистила, выдавила, намолола перец душистый, перец острый, немножко жгучего красного перца, вот этой смеси всю перемешала. И сейчас вот эти кусочки сала мы натрем этой смесью, и до вечера полежит оно, потом ее заверну в пищевую пленку и будет готово. Также я немножко... Почему до вечера она промаринуется? Я хочу еще немножко вот пару лаврушечек вот так вот под ноги здесь
помяла, раскидала. Где-то вторая пара моя подготовленная потерялась. Сейчас мы ее сверху делаем. И вот этой смесью эти кусочки тщательно будем натирать. Тщательно натрем. Вот это то, что падает вниз хорошо. Пусть мы на них укладывать будем кусочки наши. Хорошенечко так. Не жалея. Возьмем оно сало в себя. Ой, вернее, вот этот наш маринад чесночно-перечный. С ароматом будет. Может, даже до утра оставлю стоять, чтобы он в тепле все-таки взял вкус этот чесночно-перечный. Часть нашего куска, который мы засаливали. Так, жалея чесночка. Выдавленный все-таки он лучше. Алина пришла с английского уже. Ай, молодец. Ну все. Ну вот я сало замариновала чесночком нашим. Аромат обалденный, конечно, сами знаете, чесночок. Сало очень мягкое, молоденькое. Режется как масло сливочное. Все. Оно у нас уже просоленное, постояло у меня 2,5 суток. В комнате в кухне тепло. Теперь я его продержу. Скорее всего, наверное, до утра, а может и вечером в тепле. Потом заверну в пленочки порционные кусочки. В морозилке держим по мере желания, необходимости. Достанем кусочек и тоненький пласт на черный кусочек хлебушка. Это обалдеть. Ну все, всего доброго, ставьте лайки. Кто кушает сало, солите его. Приятного вам аппетита!